маленькая девочка сидит и пишет. Мать спрашивает ее: «Что ты делаешь, Светлана?» «Я пишу письмо подруге», – отвечает дочь. Мать говорит: «Ты еще маленькая, ты не умеешь писать». А дочь отвечает: «Это не важно, моя подруга тоже маленькая, она не умеет читать». Что делает маленькая девочка? О чем спрашивает ее мать? Что сказала мать Светлане? Что ответила Светлана?